I'm a phantom in a phantom. Don't try to kill him with a balance. Yo, what's up, motherfuckers? Эта реакция на обладает гений. 740 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков, 13 тысяч дизлайков за один день. Очень неплохо, ребят. Вчера это была песня номер один в топе русских трендов, так что, ребят, посмотрим, что это вообще. Так делает Текаши, кстати говоря. А, ну вот. Обла разбился на тачке. Фак. В капюшоне, как Кенни Маккормик, убивает, но пока не покойник. В капюшоне, как Кенни Маккормик, убивает, но пока не покойник. Кенни, я проснусь снова к обеду. В СПБ сидим без света и совсем не видим лета. Сделал сумму из заметок, но не дам тебе совета. Что ты знаешь про меня, не подходи ко мне на метр. Время это злейший враг, утекает как вода. Я попал под их радар, теперь меняю города. Мой двойник убит вчера. На тебе весь свежий дроп, но ты скопировал с меня. Я смешал что-то в стакане. Классный лук, ребят. Классный прикид, мне нравится. Кенни, в капюшоне, как Кенни Маккормик, убивается, но пока не покойник. В общем, ребят, Кенни Маккормик и Саус Парка, в общем, существует большое количество серий, как Кенни умирает. Son, I have some bad news. We accidentally replaced your heart with a baked potato. You have about 3 seconds to live. Well, who didn't see that coming? А Облас сравнивает себя с Кенни, что он убивается, ну, какими-то, скорее всего, наркотиками, да. Но пока он не покойник. То есть вот. Капюшоне, как Кенни Маккормик, убивается, но пока не покойник. И он также в капюшоне, как Кенни. Я заряжен, как маниган, плюс стабилен, как стейдикам. Смотри на меня, это эстетика. Тут убийца в кармане птица, мне хватит духа, не смотри на бицепс. Сначала был ботом, я получил опыт, я просто работал. Видео был говорит, сначала он был ботом, но он просто работал и добился, типа. Ботом, типа, внизу был, снизу, да? Мне нравится, что он вставляет английские словечки в свои треки, ребят. Мне нравится такой, знаете, кочевый припевчик, то есть он достаточно типичен для нового рэпа, для новой школы, но прям дает, в принципе, припев. Припев достаточно такой запоминающийся. Сейчас все любят зацикливать свои припевы, поэтому, да, тут тоже припев очень такой запоминающийся, поэтому, я думаю, ее будут петь как минимум школьники точно. Вот видите слова из South Park. Oh my god, you killed Kenny, you bastard! Ничего, ребят, молодец, Обла. Мне понравилось, ребятки. Напишите, что вы думаете об этом клипе в комментариях. Давид Глушко, спасибо, что смотришь. Очень приятно. Ребят, если вы также хотите попасть в шатаут в конце видео, оставляйте свои комментарии, общайтесь со мной где угодно. Возможно, именно твой комментарий будет у меня в следующем видео. Все, ребят, спасибо, что смотрите. Шкер. Увидимся в следующем видео.